В день великомученика и победоносца Георгия из-за антикоронавирусных мер был перенесен традиционный крестный ход до кинотеатра «Победа», где когда-то стоял Сретенский Георгиевский храм. Мероприятие, посвященное дню, когда почитается этот святой, организуют и проводят представители Георгиевского братства, Орловского отделения общества «Двуглавый орел», организации «Символик» и ассоциации «Воздвижение». В этом году их представители поневоле ограничились возложением цветов на местах, связанных с судьбой и историей георгиевских кавалеров. Это памятники и захоронения. Все случилось после акафиста победоносцу Георгию, который прочли иерей Николай Макаров, кстати, майор в отставке, ветеран боевых действий, и иерей Леонид Власов, подполковник спецназа в отставке.